Buddy joined your channel. User joined your channel. Ой, у нас США, Санчес? Да. Нет, у нас же НАТО. Чёрт, я не поменял, я извиняюсь. Блин, а я уже планы под НАТО ставил. Ладно, Серёг, летаешь? Понял. Горбовщик с зергом на центр. Скиф налево. Налево. А нет, даже так. Зерг со скифом налево идут. Я направо. И этот, горбовщик тогда с зергом. А, подожди, так. Так, зерг же со мной налево идет. Так, скиф, зерг налево, да, а деструбин, горбовщик на центр. Вот. Понял. А я направо один. На общих. А я, наверное, на общих буду, да. Ты один не справишься на общих. Не-не-не. А, тогда скиф на общих. Скиф помню, да, что такое общее? Да, да. Ну, будешь помогать, если что, зергу, если что, мне, там, пехота или чем-то. Хорошо. Потому что сейчас налево ВДВ будет, вы в полтора игрока, может быть, Ромича выбьете. Сейчас Ромич к вам прилетит. Я думаю, он сейчас опять рашить будет на фоне. А вы, главное, смотрите, вот летит он, выкидывает пехоту, быстро подъехали всякими бредликами, страйкерами, а с пулями. Туда, и сразу выбивайте пеху, пока она не оклемалась. Пока только приземлилась, сразу выкашиваете и все. БМДшки спрут это выбить и все, и он сядет. Потом главное пехоту быстро вынести и занять сектор. Хорошо, хорошо, понял. Я же забыл, что я же привык за Россию играть, говорю. Да, горбовщик центр право, деструбин центр лево, туда, где двухэтажное здание. Ага. Не, кстати, знаешь, Тимош, мне понравилась тактика с резервным игроком, так сказать. Да понравилось, то понравилось, только просто не всегда это возможно. Сейчас, в принципе, можно, но... А, Серег, захвати ближние точки тут. Ага. Я попробую еще десант высадить налево. Десант? Да, у меня же есть Блэкхок. Давай, короче, я тебе свою пехоту дам, ты направо кинешь. Давай, загружай. Так, загружаю. А плюс я еще возьму вином, скину пехоту. Ага. Ну, я пробегусь, это будет долго, но это будет... Пехота села, нет? Так, пехота села, погнали. Погнали. Знаешь, куда скидывают сюда куда-то? Принято. Я могу даже сесть. Да не, не надо, скидывай. Сюда, это рискованно. Бля. Сука, что они так тупо? Кого сбили? Кто упал? А серьезно? Может, у них упал? Танты, что ли? Я не знаю, слышу, что самолет или вверх. Да, 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 у них упал. Не знаю. Так, Санчес, готовься, сейчас я... А, это у них ВДВ упало. Причем справа. Давай я чуть подальше высажу. Вот здесь, в домах. Давай, кидай, кидай, кидай. Блин, а что-то они... Спрут. Долго кидаются, гады. В чем дело-то? Так, сейчас кинутся. Thank you.
Да, Санчо, давай, выкидывай. Я не могу тебя выкинуть. Подальше там и пошли. Зерк. Там. А беру вином, Серег, не вызывай ничего. А, не, не могу еще. Блин, не могу. Уже захватываю точку. Ну ладно, я... Да, давай, можешь. На базу. Ах, черт, я упал. Ну ладно. Так, ну что, у них авиация? Неизвестно. О, ребят, миномет появился у этих, у морпехов. Французский. Блин. 120 миллиметров. Вот есть это все. Тема. Попробую сейчас ПТ-шным самолетом полетать немножко. Вот я на него в первую очередь лечу. Сейчас я его сниму. Блин, у зенитки ствол заклинило. Авиация, ребят, берите, пожалуйста. Да, спасибо. Вот давай, как раз сейчас. Сейчас у меня есть давай. Здесь ПВО, если что. Готов? Мочи. Значит. Есть. Значит, 48. Он опять летит. Вали его. Вали, вали, вали. Молодец. А кто на авиации у них, не заметили? Тимка на авиации. Я понял, я на него уже лечу. Да, 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 сейчас будет. Нет, второй не промахнулся. Ничего, ничего, сейчас будет. Зерк, что встал? Давай пехотки. Сейчас пехоту подберу. Ну так там, вот, вижу... там вот сидят уже, пехота постреляла. Так, вот еще танк. Вот, ребята, авиация. Вот танк стоит. Накидывай по... Су-34 почти сбил. 34-ка? Да. У меня. Так, накрыл его. Сейчас на левом фланге полетаю. На базу там есть? А, Степаноид здесь. Одним меньше. За мной летит. На левом фланге с ПВО. У меня тут есть ловатка. Так, один. Я уже не буду, спокойно. Ребят, шилку одну вынес. Хорошо. Пока летаем. Так, одним меньше. Ну, мы стрел не боимся. Просто если я сейчас туда ловатку подведу, мне танки просто пробьют ее. Ладно, ладно. Нормально пока. Тима,
думаешь, я могу вот эту стрелу сейчас зарашить? А, хотя она выезжает. Нет, не рискуй, не рискуй. Понял. Это там танк на левом фланге. Его надо. Остальное пока не надо. Я на центре играю. Ну, я понял. Так. Ребята, есть бомбардировочка небольшая на 6 бомб. А, и давай вот сюда ее. Наверное, я думаю. Принято. Сейчас вот бомблюсь по Куру и по Габионам. Значит, только Габионы. Бомбы ушли. Можешь танком прострелить? Раз. Ну, накрыл как-то. Не забывай про вот этот танк, где Кронич там тоже стреляет по пехоте. Сейчас я попробую его снять. Хорошо стоит. Где? Какой? Нет, пока нет. Нет, это не пилот. Прорывает, прорывает. Так, ПВО там, нужно, там прямо сейчас. Я понял. Танк отсутствует, пехоту там почисти. Так, сейчас готов. Так, я продвигаюсь дальше сюда. Ребят, ПВО где? Центр метки. ПВО было, у меня несколько попаданий по самолету давало вас. Хорошо. Я сюда еще ставлю ПВО. Так, отработаю сейчас по танку у Габиона. У меня идут забивать. А, отлично. Вот как раз сейчас она понадобится. Люблю этот. Ребят, танчик. Понял, работаем. Нет, куди... Ага. Танки имеются? Так, вот теперь ловаткой давай работай. Где шилка? Работай ловаткой. Мочи, мочи, мочи его. Стреляй, стреляй. Молодец. Это я. Сюда ставлю. Что там, шилка? А, вот здесь шилка. Нет, на шилку это очень хочу. Я твоя разворот. А вот на спрут это другое дело. Спрут, да, можем, но надо аккуратно. Габион в воздухе висит. Хорош. Даже не знаю. Нет, живой, ты попал в забор. Да ну, какой живой-то? Да, он, ты в забор попал. Понял, понял, сейчас повторю метку для него. Су-34 за тобой. Не знаю, РВВ. Смотри, чинит свой где-то, тигра чинит. Так, Санчес, у тебя ПВО нету, да? Есть, 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 есть. Так. Все, сбили. Да, у тебя ПВО есть. У меня двойное. У меня два. Раз так, значит, посылаю... Да, я мне бы сюда бомбочки, пару хотя бы. Нет, я сейчас прилечу к тебе вертолетом. Я думаю, что сейчас уже можно. Потому можно. Что вы ему сбили все, что могли. И истребитель будет болтаться на центре на случай. Беттер можешь подбить? Смотри. Нет. Ну, сейчас. Ладно, 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 сейчас, блядь. Так, кто там убил нас? Ребят, кто у Габионов? Гробовщик, я сейчас тебе буду работать по Габионам пушкой. А, сейчас я его запрыгли. Ну у тебя, да, там предляющий стоит. Да как они такие косые? А у меня просто в засаде стоял. Даже не пушка, а нарк. У меня сейчас миномет снесет. Там заточка что-то есть.
Да блин, у меня миномет выйдет. Ой, что-то там прется. Ребят, мне спрыгнуть нечем, мне сейчас все расковашивать. Спокойно, спокойно. Так, вертолет накрылся. Ну а сейчас будет беспилотник. Он мне миномет выбил. Пауза. По просьбе диструбера. Пауза. Ну сейчас я танк возьму. А, уже могу танк взять. Да блин, вот хотя, не, мне взять. Лучше сейчас в экономию. Внимание, пауза снимается. Давай. Так, Санчес, пока без ничего работаешь. Нет, вот эту точку можно взять спокойно. Вот смотри, танк еще боком стоит, можно забрать его. Подведи свой бредляк и пульни ему в бок. Лечу на танк, на центре. Если вы сами не успеете. Осторожно, летает. Я, короче, иду на ту точку забирать ее. Так, ребята, у нас истребитель на центре. У меня тут есть... Нет! Ромич. ПВО есть где? Да, есть там. На левом там. Фланге. Есть. Тут нет, ловат. Вот стоят. Ну, вижу по карте. Вот стоят. Хорошо, что я в свое время сделал метки. Где шилка? Какие метки? Ну, для разной техники, разные метки на мини-карте. А, в этом плане. Так, ну, пока будем тут долбаться. В районе... У тебя ловатка уехала, понятно. Ребята, ловатка в этом магните, потому что он летает высоко, и не хочу туда лезть. У меня ловатка по нему, блядь, не достает. Сейчас вот я стреляю по нему. Он снижается, и давай как раз по нему бей. Идешь? О, все. Блядь, не на ту кнопку жал. Жду от ловатки результатов сейчас. Блять. Вот сейчас, давай. Есть. Молодцы. У меня сейчас вверх было скоро. Пиво долго, блять. Меня подбили, но не слишком сильно. Смотри, там этот... Лечу уничтожать на центре танки. Держитесь. Санчес, ты точку тут взял, но ты не обязан ее держать. А я буду держать. Потому что мне надоело проигрывать. Как рейтинг появился, я ни в одной команде не выиграл. Все, у нас сейчас 12 точек в этих. Может быть, мы сейчас сможем что-то сделать. Что? Ну я один на общих. Да, я... Так, открылся. А тут пехоты сколько? Ребята, выделите на центре метки для двух. Это вертолет. А, вертолет, все, это сейчас твой. Я лечу на вертолет убивать. Есть еще пара дальних. Так, все, я, значит, лечу. Он тебя не меня раздолбает. Надеюсь. С башни поломал. На траке. Сбил. Да. Что, центральную точку будем отжимать или что? Сейчас у меня... Так, ГГ. В машине вижу, что становятся, вообще полностью. Ну, в смысле? У меня все ракеты, которые по тебе должны взбили, бить, они в миллиметре пролетели возле. Сейчас 4 или 5 ракет спустя просто пролетели. У меня... Аск, ты про это? Про ПТ-ракеты? Я про ВШ, у меня вообще не навелись.
На наушке. Сейчас, то есть, нет смысла, наверное, вообще играть. Ну, я не знаю, ребят. У меня наводилось более-менее. Теперь сейчас взял всю мою авиацию, сейчас только вертолёт ракеты сбил, все остальное лопатки сбивали. Ты сам по мне не попадал тоже. Да, ну да, я не попадал. Это было дело. То есть, вообще, ну, неиграбельная авиация сейчас. Ну, Димка, я понимаю, просто сейчас, во-первых, все научились уворачиваться. А сейчас ракеты сквозь пролетают. И не взрываются в миллиметре от самолета. А счет сквозь, это я не знаю. Ну вот сейчас Асанчес подтвердит, у меня 5 ракет сквозь Аврас полетело. Ну насчет сквозь не знаю, но я точно от двух, от трех я точно увернулся, они не... Они не увернулись, они сквозь прилетели. Ребят, ну я не знаю, я сколько Маверики пускал, ничего. Сколько Хиллфайр пускал? В прошлой игре тоже прилетали сквозь калошу, Робич. Ну давай сейчас я пускаю по танку, посмотрим, что будет. Сквозь БМП-3 у меня Маверик прилетел в прошлой игре. Чего? Ну вот он АБДЗ убил. О! Смотрите-ка. На этой карте почему-то. Вот я пехотинца вперед послал. Причем уже вызванного. Не, нет, может быть опять что-то с ракетами.